Дим, голубой или розовый? Черный. А чё? Я об этом задумался. Дим, давай переедем в квартиру побольше. Нахера нам больше? Зачем? А? Дима, ты никого не хочешь там в семью завести еще? Кого? Ну, кого-нибудь там. Кого? Кошку. Какую кошку? Мне Мики хватает. Срет, сыт, ты еще под боком трешься. Дима, ты сколько бы детей хотел? Ну, я так просто спросил. Странные намеки у тебя какие-то пошли. Да я ж просто спросила. Ну, я просто за хлебом пошел. Дим, стой, ну у нас хлеб есть. Я, походу, понял. Купил спички? Нет. Корона? На самом деле, все намеки прекрасно понимают. Что, они... я беременна. Уже не получится скрывать в кейп-хаусе. Да мы друзья, мы просто друзья. Да, мы просто друзья. Мы год были друзьями. Все, пошел в магаз. У нас есть хлеб. Давайте чуть расскажем. Давай, может, сядем? Чуть-чуть просто расскажем вам, что вообще происходит у нас в жизни. Показывай живот. Да там уже капец, там вообще уже арбуз. Типа, ну блин, ну я типа не... До меня только сейчас примерно дошло, что я беременна. Когда это было? Только это странный вопрос. Не, ну странно, правда. Так, готовы ли мы к ребенку? Ты готова? Если честно, у меня всегда возникал вопрос. Кто готов? Я соглашусь с тем, что, возможно, я еще в ближайшие 5 лет была бы не готова. То есть, поэтому как бы здесь... Ну, для меня это вопрос такой. На данный момент я уже осознала это, и я готова. А я не боюсь... Может быть, проблем. Проблем? Ничего не будешь боюсь. Спать ночами. Ну и чё, прикольно, угарно. Встаешь такой. Ну, будешь ты вставать. Вот и все. Готовы ли? Наверное, готовы. Ну, будем стараться, конечно, сделать так, чтобы было все хорошо. Было все хорошо у ребенка. И будет круто. Да, конечно, будет круто. С таким-то это... Я дебил. Здесь говорят правду. Когда... Девушка появится, дети будут. Это скажу сразу. У нас кое-что появилось. Что появилось? Новость одна. Ну да, типа. Ну получается, да. Нет, я шоки, чуваки. Я поздравляю. Спасибо. Блин, она такая реально, мама. Мелкая. Нет, ну Аня готова, ты не готов вообще. Ты угораешь? Давай послушаем. Мой отец пиздобол! Я там вообще не слышу, походу. Вот, и даже видосики я посвящала ему по ночам. Мне было очень грустно. Очень веселая новость. Ну да. У нас срочно с ними произошло. Дим. Че? Покажи. Че покажи? Ну да. Ну скажи, ну да. Ну рассказывай сначала. Че? Дим, давай! Я жду! Пусть она расскажет, что жду. Я? Подожди! Подожди! Я знаю, мы купили второго Мики. Будешь этой крестной? Каждый день. Планировали ли мы беременность, или это произошло случайно? Случайно! Итак, сойдем. Не совсем уж это и случайно. Ты, человек, знал, что я, ну, не пью таблетки. И говорила, что таблетки вот эти вот еще полгода точно, нет, типа, ничего не будет. Это вообще, о таблетках забыли, у меня проблемы со здоровьем. И на самом деле процентаж того, что я бы забеременела, он настолько мал. Я рыдала, когда узнала, потому что я испугалась и обрадовалась, потому что это вообще... Чтобы вы понимали, она пришла в комнату. Это было ночью. Ночью в Дубае просто. Она что-то минут 15, наверное, 20 сидела и не понимала, что она
не выходит. Выходит в слезах, такая просто напуганная. Я думаю, блин, что случилось? И у меня такой маленький процентаж в голове уже произошел. С что... меня спер слово процентаж. Давай, не рассказывай. Я понял, чем дело пахнет. Вот, и она мне потихоньку рассказывает, что делать будем. Потому что я ей говорил, что я планирую, ну, после 25. И для нее это казалось, наверное, в тот момент, что Дима не готов. Сейчас скажет, что все, закругляемся, ребятки. Я просто, ну, для меня это было радостно, конечно. Я как бы в нем уверена была. Но я была не уверена в его реакции. Как он отреагирует, насколько ему будет сложно. Вдруг он потеряется. Ну, что можно, что угодно может случиться. Но в итоге он такой, да ладно, что, креветка у нас будет. Не, я знал ее проблемы, я поэтому поддержал. Пососемся. Звоним маме 2 часа ночи. Я специально выбрал это время, потому что она всегда просыпается от любых звонков. Это время подходит для непранка. Я ее пранковал уже, и я думаю, что она может не поверить. А тут уже правда. Давайте позвоним. В принципе, с просонья она тоже может не поверить. Да ладно, поверит. Ты 2 раза уже так шутил. Поверит, поверит. Звоним маме. Да, сынок. Маман, что, как дела? Ничего, нормально, сплю уже. Так поздно звонишь. Да, новости у нас тут с Аней. Только вот я в этот раз я не шучу. Да, чё? Ну как сказать, ты бабушкой будешь, получается. Ясно. Серьезно, маман? Хорошо. Чё, ты рада? Давай завтра поговорим. Вообще счастлива. Мама, я серьезно тебе говорю. Серьезно счастлива? Завтра позвоню. Есть это счастье. Она вообще не догнала, походу. Мне кажется, не поверил. Да. Или надо, нет? Давай я приглашу к нам и покажем ей просто листок. Перед фактом, прям вот заходит в дверь, и я сразу листок показываю. Few moments later. Мне мама позвонила, она сейчас поднимается. Сейчас будем ее встречать. С гостинцем. Мама, вообще дверь открыта? Ничего себе. Правда? Не соврал? Мне, конечно, хорошо. Новая жизнь, это очень прекрасно. Все, бабулька будешь. Ну, я не хочу быть бабулькой. Ну, вы меня в шок ввели вообще. Ой, вообще. Давай, развивайся, погнали. Вики, третий ребенок. Вики. Маман, мы тебя снимали. Ой, Вики. Маман. Ну, даете, еще снимай. Кого хотели бы, мальчика или девочку? А, я хочу сказать, девочку! Так, подожди, ты мне сказал, что ты, как бы, тебе без разницы, но ты просто чуть-чуть больше хочешь девочку. А почему тогда? Пацаны, бандюга будет ходить, а тут девочка, которая будет всех метить. Ну, если эта девочка будет в Диму, то просто берегитесь. Да, я в детстве был дурачком еще тем, столько всего творил. У меня было всегда в голове так, что у меня в семье там будет 2 ребенка. Мальчик будет первая, вторая девочка, чтобы он защищал свою, потому что она младше. Вот так вот. Наоборот будет. Оп. Знаешь, какие девочки сейчас? Ну ладно, это еще не скоро. В общем, все нормально. Ну, главное, чтобы все хорошо будет. Надо подвести итог. Давай, подвести да. Итог. Какое чудо. Вот он, давай. Мы доснимаем ролик, как Аня признается, что беременна. Дима, давай. Хочу переехать в квартиру побольше. Ох, вот это кайф. Это реальный оргазм. Все говорят, что это наоборот счастье, что это круто, это новые эмоции. Ребятки справятся. Будем показывать вам малого или малую. Все говорят, что пацан, поэтому будет девочка. Блин, просто напишите, кто там будет. Давайте вот вы угадайте, мне интересно. Хотя давайте, это будет легко, да. 50 на 50, по сути, кто-то. Ну, напишет. Давайте в комментариях просто пишите, как вы думаете, кто это. Кто угадает, тому 5000 скину. Нет, чей комментарий будет самым высоким, и он угадает. Скину 5. Ну что, я не знаю, что мне сказать. Давай я скажу. Спасибо, Димочка, так, что ты да, появился все, заткнись, в моей жизни. Заткнись, все, ну можешь заткнуться? Я прошу. Просто... Спасибо тебе большое. А что так наиграно? Ладно. Ну просто скажи свой итог. Не хочу. Итог скажи. Какой я итог? Я сейчас расскажу вам свой итог. Меня постоянно тошнит. Я срываюсь на вот этого человека. Кастрюля меня долбанула вчера почти. Вчера у меня был первый срыв. У меня полетела кастрюля. Я психанула на него и убежала плакать. Потом я уже смеялась. Потом я опять плакала. Короче, жесть.
вопрос. Ну, вроде это должно сейчас уже закончиться. У нее так эмоции меняются. Каждая минута на минуту, минута на минуту. Я и не беременна, это была вот такая вот. Итог. Спасибо тебе большое, что ты выдерживаешь меня. И надеюсь, ты меня не бросишь. Пойду за хлебом сгоняюсь. Да нет, мы не едим его, и у нас он есть. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, на самом деле, что вы поняли, что там шутки есть какие-то. А то ты просто шутишь. А, так мы вообще дошутились, если так говорить. Мы реально дошутились. Мы сначала просто шутили насчет этой беременности. Тут сейчас будет ТикТок, который выложен в тот момент, когда я не знала, что я беременна. Но я пошутила, что я беременна. Я, честное слово, не знала, что я беременна. Тут 2 миллиона лайков вроде бы на этом ролике. Я реально не знала, что я тогда беременна. Мы очень много во всем шутили, и мы потом боялись уже этих шуток после того, как я узнал. Поэтому больше шутите в своей жизни, наслаждайтесь этим. Ну там уже есть фотки. Да, там уже есть фотки, если не видели. Поэтому переходите в Инстаграм. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Колокольчик. И подписывайтесь на канал. Будем холодно.